Компания Apple в очередной раз переворачивает с ног на голову шаблонные стереотипы общественности и выпускает самый тонкий ноутбук MacBook Air. Модель больше напоминает записную книжку, а с закрытыми глазами ее несложно спутать с яблочным планшетом. Шутка ли? Всего 300 грамм разницы. Новинка не воздушная, как перышко, но, несомненно, одна из самых легких среди собратьев. Производители поработали не только над идеальными формами, но и обещали покопаться в утробе. MacBook Air сложно увидеть и не захотеть. Но какой он внутри? Альтернатива iPad с полноценной клавиатурой? Самый мобильный и портативный ПК на сегодня? Мощная машина, которая осилит не только развлекательные, но и серьезные рабочие задачи? Это модель будущего или просто дорогая игрушка? В маленькую белоснежную коробку улегся сам лэптоп. Небольшой бокс с гарантийным талоном и инструкцией пользователя на украинском языке, а также наклейками в виде логотипа компании на корпус. Там же адаптер питания MagSafe и приятный сюрприз от производителя – фирменная флешка на 8 ГБ с необходимым ПО, которая защищена от записи. Убираем картон и ненужную мишуру. И вот он, герой обзора MacBook Air. Производители любят меряться толщиной, при этом опираясь на самую тонкую часть ноутбука. Apple не отходит от традиции и хвастается всего 3 миллиметрами. Но в этой модели поражает и самое упитанное место – чуть более 1,5 сантиметра. Явный показатель коммуникатора. Но ведь у нас в руках ноутбук. Филигранную работу инженеров мы оценили и похвалили. И сразу же засомневались в прочности. Но надежный корпус из цельного куска алюминия развеял все сомнения. Да и соединено все очень органично и прочно. Каждый элемент подогнан точно и крепко. Кстати, перепад толщины практически незаметен. И к тому же обеспечивает хорошую воздушную тягу процессору. Шарниры позаимствовали у моделей Pro. Крышка полностью прилегает к корпусу. Открыть ноутбук легко. Одним движением руки. В общем, MacBook Air маленький, тонкий, но крепкий и надежный. Строгие формы, четкие грани преподносят ощущение монолитности. На крышке сияет знаменитое откусанное яблоко. Серебристое с дымчатым оттенком покрытие, слегка бархатистое на ощупь. Но красота требует жертв, поэтому следов и отпечатков не избежать. Дисплей в 11,6 дюймов – третий вау после габаритов и материала ноутбука. Впечатление он производит неизгладимое. Главные эпитеты восторга – яркий, четкий, контрастный. Картинка живая и реалистичная. Ключевая особенность этой модели – это светодиодная подсветка и ее грамотное использование. Глянцевый дисплей равномерно насыщенный по всей площади, не бликует от источников света. Матовая серебряная рамка также не отражает. Разрешение 1366 на 768 пикселей – предельное для такого экрана. Внутри над экраном разместилась веб-камера FaceTime для комфортного онлайн-общения. Все ухищрения производителей с компактными размерами не затронули клавиатуру. Она осталась полноразмерной, правда, с машинописной раскладкой знаков препинания. И вдобавок расширилась функциональными клавишами быстрого доступа к открытым окнам, виджетам, яркости экрана и медиафайлам. Даже кнопка питания переместилась сюда. Кнопки закреплены в алюминиевый каркас и разнесены друг от друга на небольшое расстояние, что исключает возможность случайного нажатия. Пальцам есть где разгуляться. Ход очень внятный, удобный, с мягкой отдачей. Огромный тачпад в новой модели опустился на сантиметр и лишился последней кнопки. И все в пользу аэродинамичной монолитности, даже в интерьере ноутбука. Вот и подоспела четвертая вау. Это поддержка мультитач. Можно изменять размер любых элементов, от значков до фотографий. Вращать, увеличивать или уменьшать текст и фото. Движения пальцев отслеживаются очень точно. Реакция на них происходит без задержек. Изящные формы – не единственное достоинство MacBook Air. Комплектация модели имеет в своем арсенале всю необходимую полноценную начинку. Специально для этого малыша в Intel разработали соответствующий процессор Core 2 Duo с площадью, которая на 60% меньше оригинала. Но это не уменьшает его производительность, да и к тому же снижает энергопотребление. Метаморфозом подвергся и жесткий диск.
Винчестер изготовлен по технологии SSD Flash и, по сути, представляет из себя большую флешку. SSD Flash меньше и легче. SSD Flash почти не греется. SSD Flash потребляет меньше энергии. SSD Flash бесшумный и удароустойчивый. SSD Flash значительно шустрее в работе всей системы. А приложения запускаются еще быстрее, чем на стандартных производительных лэптопах. Это шестое вау после процессора. Совместная работа оперативной памяти в 2 гигабайта и графического адаптера NVIDIA GeForce 320M также на высоте. А еще MacBook Air не шумит и не нагревается. Горячие зоны остались в прошлом. Максимальная температура процессора 50 градусов. Самый заметный плюс SSD Flash диска – это скорость перехода в сон и пробуждение. Закрыли крышку – моментально уснул. Открыли – через полсекунды проснулся. Кстати, в спящем режиме на одном заряде Air может перезимовать месяц, потягивая энергию весьма экономно. 4 небольших блоков аккумуляторов разных размеров спрятались глубоко в недрах ноутбука и занимают чуть ли не половину площади. 5 часов автономности, а в модели 13 дюймов все 7 позиционируются в Apple и подтверждается на практике. Заряжается аккумулятор от компактного фирменного сетевого адаптера MagSafe. И все эти показатели заслуживают уже традиционного вау. 7, между прочим. Для максимальной компактности конструкторы безжалостно избавились от лишних интерфейсов. Пал смертью храбрых и оптический привод. Остались два USB по бокам, фирменный разъем питания, порт для микрофона, аудио и видео выход, мини-дисплей порт. Адаптер MagSafe присоединяется хитро, на магните. Поэтому единственный провод не принесет MacBook Air случайных повреждений. За беспроводную связь с внешним миром отвечает AirPort Extreme Wi-Fi и Bluetooth 2.1 плюс IDR. На лэптопе установлена стандартная для продукции Apple операционная система macOS 10 Snow Leopard. Популярный пакет приложений iLife 11 особенно оценят любители развлечений и интернета. Мощный и понятный софт iPhoto, iMovie и GarageBand позволит творить чудеса с фотографиями, фильмами и музыкой. iTunes поддерживает синхронизацию с музыкальными плеерами. Также радует удобный браузер Safari и полезный QuickTime Player. В первую очередь MacBook Air, конечно же, стильная вещь. Это дорогой элемент имиджа и дизайнерский аксессуар. Одни фэшн-компьютеры созданы специально для гламурных цыпочек, другие – для крутых бигбоссов, третьи – для гиперактивных тинейджеров. Популярность MacBook Air в любом случае обеспечена. Он собрал столько восторженных возгласов «Вау!», что вряд ли он будет рассчитан на ограниченный сегмент потребителей. Перед этой моделью откроют кошельки не только почитатели Apple. Этой модели на роду написано быть спутником любого современного пользователя. После продолжительного любования и эстетического наслаждения ноутбук не стыдно раскрыть, да еще и с комфортом за ним поработать. Компания Apple постаралась на славу. Старые недочеты исправили, а новых достоинств не счесть.